Я на такое не подписывалась. Они меня закопают. Я рассудила после открытого. Мне это нравится. После бокала пойдет. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол. Это жизнь», и это уже 7-й выпуск правдивых пенальти, и сегодня у меня в гостях в прошлом, но, как мы знаем, спортсменов бывших не бывает, вот, футболистка алтайского происхождения, барнаульского происхождения, тоже можно сказать, Мария Сгарда. Ее вы, может, видели в ролике с Михаилом Меломедом, можете посмотреть по подсказке. Ее вы, может, видели в ролике с Алексеем Панкстяновым, тоже можете видеть. Так что Маша часто напрашивалась ко мне в ролик, и вот, наконец-то... Да неправда, ты меня звал сейчас. Нет. Врет. И сейчас у нас будет с Машей серия пенальти. И дальше мы уже посмотрим, если забью, то позадаю Маше вопросы. Поехали. Раз, два, три. Чувак, ты либо первый бьешь, либо он первый бьет. Я первый. Все, давай. Мимо, заново! Так, первый вопрос. Топ-3 футболистов футбольного клуба «Темп», который сейчас в твоем вкусе. Да не сейчас. Ну нет, это нет, сейчас, типа, а потом сейчас будет не в твоем вкусе. Я не хочу называть не в твоем вкусе, но... Звук Евгений. Руслан Бочкарев. Ну, там вроде. Тань, прости. И... Андрей Марк. Теперь чуть-чуть не в твоем вкусе. Ну, мне кажется, это все-таки обидно. Нет. Хорошо. Я забил. Я проиграл тебе, вот это обидно. Топ-3. Не в твоем вкусе в футбольном клубе «Темп». Бабич Никита. Яркин Александр. И Егор Сибуки. Они меня закопают. Я рассудила после. Я его тоже, но что-то это вот так. Ну, а кому меня называть? Ну, он хотя бы поймет, что это шутка, я ему потом смогу объяснить. Ты мне сейчас не объяснишь. Давай нормально, не шутками. Давай Полякова, он мне обидится. Топ-3 не в твоем вкусе футболистов футбольного клуба «Темп». Ну, без обид. Денис Покроев. Стоп! Сценарий уже продумал. Топ-3 футболиста футбольного клуба «Темп», который не в твоем вкусе. Без обид. Поляков Данил. Никита Бабич. И Егор Сибукин. Объясни, почему. Сука. Молодец. Просто лучше. Так, второй вопрос. Сейчас убьешь меня на него. Давай я быстро скажу. Угу. А, нет, надо протяжнее, чтобы это в начало вставить. Давай. Меломед или Старков? В плане чего? Меломед или Старков? Просто ассоциативный... Хорошо, продолжу. Давай. Меломед или Старков? В плане того, что, как на задел на будущее, для отношений, к примеру. Ни Меломед, ни Старков. Потому что... Ну, это личное, они все это знают прекрасно, что Миша, что Иван Евгеньевич. А, то есть Миша, Иван Евгеньевич. Ну, как бы, да.
Иван Евгеньевич, потому что, ну, тренер. Вот. Хорошо, Михаил Яковлевич. А Миша руководитель. Михаил Яковлевич, простите. Он тоже наш тренер. Где? А, ну ладно, все. Давай, Михаил Яковлевич. Поэтому... По молодежному френд-зону. Да. Я не до такой степени времени. Нет, ну мы общаемся, мы очень хорошо общаемся, то есть особенно с Иваном Евгеньевичем. То есть у нас общие друзья, у нас там мы можем вместе куда-то сходить, но как бы мы не в отношениях, как все думают. Мы не в отношениях с Иваном Евгеньевичем. Вот. Ну серьезно. Все, моё вот это реплика, типа, я хотел Меломед или Старков начался, но нет, теперь вот это мы с... Не в отношениях. Так, третий вопрос. Назови, каким ты видишь своего будущего мужа. Ну, либо там парня, это все, ну, просто чтобы... потому что сейчас этот ролик могут посмотреть те, кто заинтересован в твоей личности. Вот. Могут посмотреть те, кто заинтересован в твоей личности. Вот. Может, кто-то к тебе действительно неровно дышит. Чтобы они посмотрели и типа такие, вот, здесь у меня типа есть шанс, а здесь типа, ну, понял, вот. Давай. И не обязательно топ-3, просто сколько ты считаешь нужным, типа, как? Я могу перечислять очень много, ну, но давай потом на самых главных таких, да? Человек должен быть обязательно сильнее меня характером. Обязательно. Ну, понимаешь, да? Вот. Почему я это должен понимать? Понимаете, да, о чём я? Мне вот бесит этот звук! Так, мужественный, ответственный, решительный, с чувством юмора, добрый, заботливый. И... Ну, пока хватит, там дальше посмотрим. Я надеюсь, Маша ответила на ваш вопрос. Да давай! Тащи! Бабам! Четвертый вопрос. Назови один либо три своих любимых фильма. Кто ты бы, например, бы посоветовала бы посмотреть? Пассажир, воздушный маршал, иностранец. Он правильно сейчас сказал. Все. Да. И мимо. Я же говорила, мимо. Все? Да. Так, Маш, спасибо тебе большое за участие. Спасибо тебе. И теперь традиционный вопрос. Назови трех людей, которых ты хотел видеть в рубрике «Правдивый пенальти». Надо называть тех, кого еще не называли. Сложно. Да, все. Я думал, будет легко, типа, то. Потом нет, типа, думаю, реально людям тоже некого будет называть. Егор Кощебукин. Султан Аминов. Давай Руслан Леонов, Руся, Рус. Так, все, мы выбрали трех гостей. Скорее всего, в будущем позову их. Ну и теперь от тебя два наказания. Два наказания. Первое. Мы собираемся своей старой командой, старушками, собраться перед Новым годом, поиграть и потом так. Ну, короче, просто чуть-чуть покайфовать. Ты Александру Владиславовичу сделал офигительный ролик. Я его оценила, посмотрела. Поэтому, как только мы выберем дату, это будет здесь, у нас будет так, часовая такая тренировочка небольшая. Вот, и хочу пригласить тебя сделать нам такой тоже ролик. Вот. Это будет, ну, так же, вот что-то в игровой такой вот форме, там, с шутейками, там, со всем прочим. Это будет первый момент. Второе наказание. Второе наказание. Так, ну, жестить так жестить.
выбирай правое, левое. Просто правое, правое левое. Правое? Тогда левое. Я тебе приношу восковые полоски. И мы с тобой делаем. Маш, ну давай не настолько жестко. Причем я буду дергивать. Да, а ты думала, я себе это не дерну, я видел, каково это. Да, это вообще капец. Так что, ребят, если вы хотите это увидеть, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я пытаюсь и там немножко контента выпускать, и там будут выходить наказания с правдивых пенальти. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Маши. Ссылочка есть в описании. С вами был Андрей, Мария Сгардан. Спасибо тебе. И тебе большое спасибо за такой душевный разговор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Ой, нифига мы с тобой реально, блин, заболтались.